Процесс под Новый год. В Кирове суд начнет рассматривать дело Шульгина. Бывшего сити-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий. Об этой и других новостях смотрите далее в рубрике «Короткой строкой». В Кирове 29 декабря суд начнет рассматривать дело Шульгина. Процесс будет вести судья Ленинского районного суда. Напомним, бывшего сити-менеджера обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, были допущены нарушения при закупке 20 камер фото- и видеофиксации ДТП в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Сумма контракта превысила 21 миллион рублей. Вторым фигурантом дела значится руководитель УДПИ Алексей Ишутинов. Кировчане больше всего жалуются на дороги, благоустройство, транспорт и ЖКХ. Специалисты отдела по работе с гражданами составили рейтинг жалоб кировчан. По статистике, 51% претензий касается благоустройства дворов, ремонта дорог, работы транспорта. 30% жалоб связаны с жилищными вопросами. Потом в рейтинге идут жалобы в сфере образования, в том числе выплате пособий и питания школьников. Театр на Спасской удостоился премии правительства России за лучшую постановку. Спектакль «Мальчики», поставленный по роману Федора Достоевского «Братья Карамазовы», признан лучшей постановкой по произведениям русской классики 2021 года. Театру будут вручены почетный знак, диплом и перечислена премия в размере 3 миллиона рублей. В 2019 году театр на Спасской с постановкой «Чеховской дуэли» также стал обладателем премии правительства России за лучшую театральную постановку по произведениям русской классики.